Маша, видела? Казанский вокзал написано. Вышли на свет Божий. Гостиница Ленинградская. Да, здесь же три вокзала, да? Да, вот сейчас на той стороне. Напротив Ленинградский вокзал. Еще чуть правее. Помнишь, Ярославский вокзал. По этой улице по магазинам, там какой-то универмаг большой есть, помнишь? Да. Мы находимся на Казанском вокзале. Три вокзала, все рядом. Ну это сколько? Ну, в деньгах? Яндекс такси. Не, мы не будем говорить. 5000 нам сколько? Сказали. Нам звонили с Вязьмы и сказали. 5000. Ну вот мы уточняем. 5000 да. Хорошо платят. Ну вы спросили, не, вот сколько спросили, нам сказали. Я вам говорю. Да, ну, это хорошо. Я ж не спорю. Но... За 10. Ну, чтобы мы знали. А вот когда надо? Не, мы просто спросили. Цены. Господи. Саша. Казанский вокзал. Дальнер. Вязьма. Это не на не нас. Отправление Нерюнгри, Муром, Адлер, Анапа, Воронеж, Тамбов. Тамбов нам не надо. Аня, муха в рот попадет. Так, что делать? Время-то у нас есть. Пойдем вон туда, что-то. Делать нам нечего. Или здесь пойдем, обойдем, посмотрим, как к поездам потом зайти. Гостиница Ленинградская. Сделаем круг здесь. Круг почета, да, Тань? Это кто такой? Надо Щусев. Алексей Викторович, автор здания Казанского вокзала. Архитектор. Никуда. Идем по кругу и все. Пройдем. Можно там на перрон идти. Ну вот со стороны-то глянуть, какое здание красивое. Хорошая погода. Золотая осень. Тепло. Чудно, замечательно просто. Нам просто, просто повезло, Танюша. Шашлыками пахнет. Но мы их покупать здесь не будем.
Мы лучше крылышков на даче. Ехали в метро, нахлынули воспоминания, вспомнил Харьков. Юность, молодость. Через дорогу читаю «Большевичка» и магазин на первом этаже, магазин одежды. Пойдем попутешествуем мы. Нам писал на одной из, ну не на одной из видео, а бывают такие моменты, пишут, такое впечатление, что у вас в Бресте людей нет. Ну вот я могу то же самое сказать про Москву. Сейчас я вот покажу. Раньше было больше людей в те далекие годы. Сейчас нету их, нету. В такое время вот попали в такое место и нету. Красивое здание. Так, это у нас что такое? Франц Антон фон Герстнер. Ух ты! Создателем российских железных дорог. Павел Петрович Мельников, Михаил Иванович Хилков или Хилков, Сергей Юльевич Витте, Сергей Юльевич Витте, император российский Николай 12 февраля 1842 года подписал указ о сооружении железной дороги Москва-Санкт-Петербург. Ефим Алексеевич Черепанов. И Мирон Ефимович Черепанов. Но солнышко немножко мешает в глаза. Такая у нас поездка. В перерывах между ездой на поезде мы ходим вокруг вокзалов, пытаемся что-то интересное заснять. Не, может, ходил. Так, что с тыльной стороны Казанского вокзала? Вывеска гостиницы. Да нет, пишет. Интересное здание. Разные стили, разные эпохи, архитектура перемешалась. Но вот с тыльной стороны вокзала ничего такого примечательного мы не нашли. Город огромный, даже не представляю. Кассы, камеры хранения, гостиница, Казанский вокзал. Что бросилось в глаза, много извозчиков, развозчиков на велосипедах. Яндекс Еда с символикой ВТБ банк. Чем они занимаются? Ну, Яндекс.Еда, по-видимому,
Заказы, да. Пирожки, беляши. Пирожки, беляши. Беляши без мяса. Сейчас все пицца. Все что-то возят на велике. Что еще запомнилось? Вход на любой вокзал идет через металлодетекторы. Если надо, и отдельно могут тебя прощупать этим жезлом, так называемым электронным. Сдаешь все сумки, вплоть до того, что снимал я вот эту свою поясную сумку-кошелек. Смотрю, вот привезли продукты в таких больших баках с нержавейки. Пьешь, что ли? Все тоже на ленту, прежде чем попасть в помещение здания вокзала. Все проходит через проверку. Это прямо РЖД написано, это здание российских железных дорог, я так понимаю. Главная контора, наверное. Вот там серая. Да, дали. Серая, да. Наука, семья, труд станка, труд в поля, искусство, отдых. Вот это барельеф какой-то. С какого это года, интересно. Бухарест, Варшава, Будапешт, весна, Берлин. Это что-то связано с 9 мая. Лево пойдешь, туда попадешь. Прямо пойдешь. Написано. Тоже туда попадешь. Зал ожидания. Куда хочешь, иди. Там тоже были когда-то. Да. Большой вокзал. Огромное, не то слово.